Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор третьего заказа из пятого каталога Oriflame. Заказы в этот раз не очень большие, но показать все же хочу. Для меня тут сюрприз, я пока не знаю что. Вместе с вами сейчас распечатаем коробку. Я вооружилась ножом. Заказ примерно 50 баллов с небольшим. Я его сделала специально, чтобы поучаствовать в акции с подарком. Кстати, сегодня последний день. Если вы еще успеете скинуть заказ до 21 часа по Москве на 50 баллов и больше, то вам вложат какой-то подарок-сюрприз. Итак, что же вложили мне в подарок, сейчас будем смотреть. Так. Судя по всему, вот этот мешочек, потому что все остальное мне знакомо. А, наверное, здесь какое-то украшение. Сейчас будем смотреть. Сюрприз есть сюрприз, как говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Но у нас девчонки хвалились, особенно мне понравилось у Катюши, вложили в заказ два аромата женских, и при этом ароматы дорогие и разные. Вот это было очень приятно. О, обалдеть, кольцо кварц, помните, такое было? Ну-ка, сразу его примерю. Отлично. Я люблю кольца, и на самом деле, когда мне дарят бижутерию от Oriflame, я всегда радуюсь, потому что я ее просто люблю и все равно ее покупаю. Вот такое у меня классное кольцо. Кстати, оно было не дешевое. Окей, и сейчас покажу, что у меня в заказе. Но, естественно, я подумала и думаю, надо обязательно взять этот аромат Love Potion Secret, потому что, во-первых, у меня есть на него клиенты, а во-вторых, мы любим его сами в нашей семье, поэтому пусть будет заначка. Вот такой классный крутой аромат. Я взяла себе еще одну маску сауну, сегодня буквально сделала ее второй раз, и хочу сказать, что маска с эффектом сауны, она классная, потому что она такая горяченькая, когда ее наносишь, и она вовнутрь в кожу отдает много масел, и у меня лицо чувствуется настолько кайфово, поэтому я ее всем рекомендую. Решила взять вторую, потому что здесь 50 миллилитров, и я думаю, моя-то быстро кончится, поэтому пусть будет еще одна маска. Я заказала себе подводку Giordani Gold, планировала ее заказать, хотела, потому что моя старенькая, еще, по-моему, Colorbox еще она была, она уже заканчивается, очень густая стала, и красить ей стрелки просто нереально неудобно. А я в последнее время просто обожаю стрелки, и крашу просто светлые тени, сверху стрелка, и мне очень нравится такой вот четкий, легкий, выразительный макияж. Эту подводку я тестировала, когда она только появилась, у нас новинка, кстати, свеженькая, не так давно вышла. Какая у нее удобная кисть, я в нее влюбилась с первого взгляда. Такой идеальный кончик сразу рисует, одной волной просто можно сразу нарисовать классную стрелку. Вот такая вот супер штучка. Далее, обязательно в заказе должна быть зубная паста или мыло для того, чтобы положили подарок сюрприз. Вот я положила себе зубную пасту гель, и у меня ее тут же заказали, буквально вчера позвонила клиентка и сказала, что срочно нужна зубная паста. Я взяла, естественно, за 1 рубль кусочек мыла серия VitaCare с витамином С, апельсиновый аромат, обалденная мыльца, и за рубль очень важно взять, не забывайте. Мыло мы видим на втором шаге, то есть если ваш заказ на 50 баллов, вы нажимаете предложение или просто далее, и вам высвечивается, какие мыла есть в наличии. Их всего 3, но вот мне высветилось 2. Я, естественно, выбрала апельсиновое, потому что я его и хотела. И оно выходит всего лишь за 1 рубль. Нужно нажать кнопочку «Добавить» и чуть ниже еще раз добавить в корзину и проверить, что она в корзине появилась. Потому что иногда бывает, что продукция не встает в корзину. Значит, нужно вернуться и еще раз проделать эти манипуляции. Несложные. И тут вы сейчас, наверное, упадете в обморок, что у меня здесь осталось. Наверное, штук 20. Тех самых масок с манго. Я взяла только манговые, и я взяла их все для себя. Я себе сделала годовой, наверное, запас масок для волос, потому что меня эта маска просто шокировала, очаровала, я в нее влюбилась и решила, что надо брать, потому что вдруг их потом не будет, потому что такие продукты
Разово, они бывают ситуационно, 1, 2, 3 каталога, и может быть их все разберут, потому что компания не знает, сколько планировать для нас этих масок. Вдруг у нас будет такой зверский аппетит, как у меня, и все захотят иметь такое же количество. Вот маски я посчитала, они достаточно выходят доступно, и если уж действительно для волос они настолько классные, то зачем себе отказывать в этом удовольствии. Поэтому вот я запаслась масками, ну не знаю, около 20 штук здесь точно, такие приятные, прохладненькие, так что я теперь богач, у меня куча масок, но я никому не дам, это все для меня. Ну и все, здесь пустая коробочка, вот такой вот маленький, но в то же время очень приятный заказ. Хвалитесь, что вы получили в подарок, если участвовали в акции. Напишите прямо в комментариях, кому что пришло. И я вам всем желаю успешного закрытия 5-го каталога и бомбического классного открытия 6-го. Пусть у вас будут много-много побед, успехов, достижений в вашей команде, если она есть у вас лично. И желаю всем вам здоровья. До новых встреч. Пока-пока.